20 января 1943 года. 578-й день войны. Советские войска продолжают успешное контрнаступление в районе Сталинграда. Одна из наших частей после упорных боев овладела укрепленными позициями противника. Фридрих Паулюс, командующий немецкой 6-й армией, докладывает обстановку на фронте под Сталинградом. Боеспособность войск быстро снижается. Имеется 16 тысяч раненых, которые не получают никакого ухода. Начинают отмечаться явления морального разложения. Еще раз прошу свободы действий, чтобы продолжать сопротивление, пока это возможно. Или прекратить боевые действия, если их нельзя будет вести. Ответ немецкого командования был однозначным. Капитуляция исключена. Армии выполнять свою историческую задачу. Военнопленные, окруженцы, фильтрации – это слова из лексики того времени, слова, понятные людям того времени. 20 января вышло постановление Государственного комитета обороны, которое разрешало отныне принимать в действующую армию бывших военнопленных и окруженцев. Правда, при одном условии – после того, как они прошли фильтрацию в специальном лагере. Дело все в том, что до этого, то есть до 20 января 1943 года, и военнопленные, и окруженцы считались практически предателями Родины, и обратно в армию их не принимали. На Воронежском направлении наши войска заняли город Острогожск. Силы Воронежского фронта в Острогожске блокировали немецкий гарнизон. Часть гитлеровцев была взята в плен, другая уничтожена в ходе боев за город.